По стопам леди Ди знаменитый поступок своей матери повторил принц Гарри. Он прошелся по минному полю в Анголе для того, чтобы поддержать программу по разминированию территории страны после гражданской войны. Участие в точно такой же акции приняла принцесса Диана 22 года назад. На герцоге Сассекском была такая же экипировка, как и когда-то на его матери. Бронежилет и защитная маска.